Всем привет, дорогие друзья, с вами Строк 709, и сегодня я вам покажу живых рыб, которые будут спавниться во всех ваших морях, океанах, реках, абсолютно без модов. Поехали. Итак, берем командблок Stemio и вписываем такую вот команду, ссылку на которую я оставлю после 30 лайков на этом ролике. Активируем командблок и ждем построения механизма. После того, как у нас построится механизм, у нас начнут спавниться рыбы по всему миру Майнкрафт. Да. Но поскольку я сейчас нахожусь в песчаном биоме, я возьму их из этого сундучка. Вот все эти рыбки. И давайте их начнем спавнить по одной. Если вы будете их спавнить на воздухе, то они сразу же будут умирать и будут превращаться в самый обычный дроп. Итак, давайте их рассмотрим. Первая рыба, это самая обычная рыба, это... Самая обычная рыба, которая у нас реально плавает, и это у нас на самом деле не дроп, это рыба, которая у нас будет плавать. То есть давайте за ней проследим, давайте, наверное, возьмем зелье подводного дыхания. Так. Ну и где она? Вот она, плавает, все нормально, вот, все круто. Ее можно убить, то есть абсолютно круто, рукой можно ее прибить. Только что-то она в текстурке проваливается. Ну ладно, вот, как видите, мы ее убили, и нам дали опыт и одну эту рыбу. Следующая рыба, это какая-то пуферфиш. Это рыба фугу, такая вот рыба, которая тоже такая же самая, то есть текстурка рыбы фуги, и она тоже плавает. Следующая рыба, это рыба лосось. Да, вот такая вот. Рыбка тоже плавает, и да, они все плавают, и они все вот такие вот прикольные. И последняя рыба, это у нас рыба клоун, клоунфиш, вот такая вот прикольная рыба. И самое последнее синее яйцо призыва, это призывает сразу все 4 вида этих рыб. Вот все эти рыбы, они все у нас плавают, и все круто могут вот так вот по воде плавать. И абсолютно, ребят, это все без модов. Мы их всех можем, конечно же, убивать, с них падает... сама рыба, которую вы убили, и также опыт, немного опыта. Ну что ж, ребят, на этом все. Вот такая вот команда, реально интересная. Да. Кому понравилось, ставьте лайки. Оставлю, ребят, в описании эту команду после 30 лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии по поводу этой команды и всего этого механизма. На этом все. Всем удачи и всем пока.